Дорогие девчонки, смотрите, пожалуйста, какой я сделала шикарный комплект, шикарную подборочку. Значит, вот к этой юбочке, которая идет из костюмчика, я предложила вот такую шикарную кофточку. Очень нравится кружево. Кружево идет мягкое, шикарное и непростое. Вот идет немножечко на рукавчик кружева. Вот идет вот такая прекрасная лодочка, мысик, горловиночка. Рукавчик у нас приспущенный. Длина закрыта, паховая зона. Это вискон с лайкрой. Это как вискоза, только новые технологии, новые обработочки, и получается гораздо более натуральная. Значит, здесь я вот вам предлагаю яшму. Я в последнее время ее дико полюбила. Значит, у нее застежечка идет серебро. Вот такие вкрапления тоже идут серебряные. 925 проба. Значит, вот такой предлагаю сюда агат. Просто королевский агат. Шикарный рисуночек. И вот такая бижутерия. Я очень долго думала, как мне преподнести, чтобы лучше было. Это у нас идут сережечки, пожалуйста. Вот с такой шикарной птичкой. Это у нас идет подвеска, пожалуйста. И это у нас идет колечко. Может, неправильно повесила в этот хвостик вверху, получился голова внизу. Но пусть будет так, пусть будет по-разному. Значит, это у нас идет бижутерия. Этого нет ни у кого, только у меня. Это у нас идет янтарь, это бижутерия. А вот это уже идет яшма и серебро. Очень-очень нравится, очень прекрасное качество этой кофточки. Вот я вам показываю ее поближе. Значит, зимой носим ее шикарно. Это очень модненькая вещичка. Я сейчас буду получать под нее еще шикарные косыночки, шарфики. И это будет очень стильно и очень модно. И я научу вас завязывать. Это шарфик у нас будет или косынка идти внизу. А сверху у нас будет идти вот такое шикарное кружево. Торговый центр Курс, Ангел Ин Сити, второй этаж. Метро Новокосино. Значит, 5-10 минут ходьбы от метро. Искать очень легко. Второй этаж. Мы вот прямо сейчас, я вам показываю, прямо стоим возле эскалатора. Вот человечек у нас поднимается. Пожалуйста. Искать нас очень легко. Девчонки, это Турция. Это фабричная Турция. Значит, заказ сделала их немножечко, но очень довольна, что их привезла. Все, спасибо.